Владимир Кравцов для меня, прежде всего, конечно же, друг и товарищ, с которым мы вместе выступали на одних помостах. Но для любителей пауэрлифтинга и жима лежа, конечно же, он памятен тем, что на протяжении более чем 10 лет царствовал на помосте в жиме штанги лежа, безоговорочным лидером был. Он долгое время в этом виде спорта. И, насколько я знаю, его настроение, он вовсе не заканчивает свою карьеру сегодня, а продолжает готовиться и надеюсь, что в ближайшее время появится на помосте, установит новый очередной свой рекорд. И жду вас, уважаемые любители пауэрлифтинга и, прежде всего, конечно же, жима лежа, на помосте чемпионата Европы имени Владимира Кравцова.